Друзья, всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Татьяна, и я очень рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу с вами поделиться очередной порцией невероятно крутых моих находок, которые были когда-то приобретены в магазине Fix Price. Как вы их назвали? Стариночками. То есть это не то чтобы новинки, но очень много чего из этих товаров вы можете еще встретить на полках магазина. А также это будут группы товаров, на которые я буду рекомендовать обращать свое внимание. И, как это часто бывает, Fix Price возвращаются те коллекции, которые были когда-то, и я замечала это уже не единожды, так что да, давайте приступим к просмотру, я желаю вам приятного просмотра. И начнем мы с вами, пожалуй, с того, что будет касаться какой-то кухонной утвари. Здесь у меня много, сразу вам скажу, здесь будут и товары для рукоделия, и кое-что по уходу за собой, и товары для кухни, и для дома, так что примерно такие группы товаров мы с вами сегодня рассмотрим. Их немного, я решила не собирать все в одно видео, потому что оно будет бесконечным. Скорее всего, я буду видео делить на части, поэтому давайте начнем. Первое, о чем я хотела бы вам сказать, возможно, напомнить, а возможно, вы просто не видели, не замечали или вообще никогда не брали вот такие замечательные баночки для хранения на кухне. Насколько я понимаю, фирма это называется Пасабахче, не знаю, как-то так, но суть в том, что у меня вот таких вот баночек замечательных много, их где-то штук 6, наверное. Когда я купила одну, я посмотрела, мне очень понравилось, они идеальные, естественно, потом я докупала себе еще. Хранить их можно на полках, как вот в таком положении, так и поставив вот таким вот образом на бок. Но я, как правило, храню именно вот так. То есть у меня на полке в кухонном шкафу стоят баночки вот таким вот образом, одна на одной, и там уже дальше вы можете поставить столько ярусов, сколько предполагает высота вашего шкафчика. В чем здесь вообще прелесть? Во-первых, крышечки здесь пластиковые, с ними ничего не происходит, они не ржавеют и не портятся. Сама емкость стеклянная, вы видите все, что вам нужно. Плюс оно очень прочно, это стекло, они не бьются. И хранить вы можете, опять же, в двух вариантах. Если вам надо где-то на полочку, там на видное место поставить, вы их ставите в ряд. Если же вы, как я, храните в шкафу, то вот таким вот образом все замечательно, удобно. Хоть таким боком, хоть таким. Великолепные баночки, если вы их еще встретите, то я очень рекомендую вам приобрести. Я пользуюсь с большим удовольствием, и мне очень они нравятся. Все получается организовать очень красиво, очень, знаете, так лаконично, стильно и удобно для себя, опять же. Так что очень-очень рекомендую. Следующее — это также кое-что для хранения, но уже немножко большего объема. Та-дам. Вот такие баночки, девочки. Это тоже стекло, вот такое вот. Ну, здесь уже железная крышка, но она также не ржавеет и не портится, потому что, видимо, внутри у нее какое-то такое покрытие, я не знаю. В этой банке у меня хранится сода, как вы можете видеть. И это тоже вот тот самый бренд Пасабахче. Наверное, таким образом. Таких баночек у меня тоже несколько. Ими я тоже очень сильно довольна и могу вам рекомендовать, потому что в первую очередь их качество. Они замечательно себя ведут, они не трескаются, не царапаются по большому счету, удобные, компактные. Опять же, в один кухонный шкафчик их можно поставить одна на одну, и вы сэкономите место, и будете видеть, что там у вас в этих шкафчиках есть, потому что главная беда, когда у вас много чего есть, вы полки заставляете и не видите уже, что там позади, да, каких-то других вещей. А так вы ставите все аккуратненько в эти стеклянные баночки, как-то так, допустим, полукругом, как это делаю я, и все видно. Вот. Поэтому вот эти баночки также, вот такие большие от этого бренда, да и в принципе бывают и другие хорошие, я могу вам стопроцентно рекомендовать, потому как это еще и гораздо выгоднее по стоимости, чем в каких-либо других магазинах. То же самое стекло, с тем же самым составом, с теми же самыми характеристиками, будет стоить значительно дороже. Если вы так же, как и я, любите организовывать свое пространство красиво, даже в шкафчиках, которые закрыты, то я рекомендую вам обращать на подобные баночки внимание. Еще немножечко около кухонной темы, которую я, наверное, все-таки должна вам показать, потому что я такой товар приобретаю уже не в первый раз, служит он мне долго, стоит копейки, выглядит красиво,
Вот. Девочки, смотрите, я покупаю в отделе, где продаются мочалки для ванной, да, где вот эти вот подставочки такие в форме ванночки с губками, да, ну вы поняли, где вот ванная такая тема, где всякие подставки, я покупаю там вот такие мыльницы, это называется вообще мыльница, вот так она выглядит. И бывают они там в разных вариантах. Вот я последний раз, не знаю, несколько месяцев назад взяла себе вот такую серую, а первая у меня была в каком-то белом или каком-то таком цвете слоновой кости с рисунком каким-то вот здесь. Но от намокания он, в принципе, отвалился. Там было что-то наклеено, и меня это устраивало вообще до нельзя. Так вот, на вот такой штуке у меня хранится губка. Рядом с моей раковиной, где стоит средство для мытья посуды, вот на такой штучке хранится губка. Замечательно. Это что-то типа, наверное, доломит, либо, я не знаю, ну керамика вряд ли, наверное, доломит, но вот не трескается. Оно покрыто тут эмалью какой-то со всех сторон. Классная штука, девочки, стоит обычно. Вот подобная вещь где-то рублей 55, но это так здорово смотрится на кухне, и мне очень нравится. Вот на самом деле могу от себя порекомендовать, эта вещь тоже входит в топ моих покупок. Кое-что для рукоделия мы с вами оставим на сладенькое, а сейчас мы перейдем к вот чему. Смотрите, очень часто в фикс-прайсе бывают очень красивые коробочки. Сегодня я, наверное, слово «очень» сказала много раз. У меня есть вот такая замечательная. Посмотрите, какая она красивая. Ей на самом деле там шуршит кое-что, потому что она заполнена всякими вот такими вот, знаете, штучками моими для фотографий. И, кстати, смотрите, вот эти звездочки, они тоже были приобретены в фикс-прайсе. Да, они не являются чем-то необходимым в быту или вообще в нашей жизни, но когда вы, например, увлекаетесь каким-то творчеством, занимаетесь каким-то рукоделием или что-то типа того, или в принципе любите делать красивые раскладки, фото красивых раскладок, то вот такие безделушки вам обязательно понадобятся. А вот, поэтому да. Но сейчас не о них, хотя о них тоже стоит сказать. Очень много есть таких вещиц, которые действительно стоят внимания и стоят копейки при этом в магазине фикс-прайс. Так вот, вот этой коробочке, наверное, уже года полтора. И как вы можете видеть, она мне замечательно служит, с ней вообще ничего не произошло. К чему я это вам говорю и почему показываю именно эту коробочку? К тому, что... Конечно, знаете, как где-то половина коробочек, которые бывают в фикс-прайсе, особенно если это перед Новым годом или какими-то праздниками, они, ну, откровенный ширпотреб. Они сделаны некрасиво, у них какой-то клей повсюду торчит, какие-то непонятные бантики, ленточки и все остальное. Это мне не нравится. А вот когда попадаются вот такие вот жемчужинки, красивые, опять же, лаконичные, без всего лишнего, аккуратно сделанные коробочки, за безумно дешевые цены, это где-то 77 рублей, если большая, то там, конечно, бывает дороже. Я всегда на них смотрю, у меня много разных, они нужны. Иногда я покупаю даже впрок, потому что праздники будут. Будут в любом случае чьи-то дни рождения, Новый год, 8 марта и прочее. И подобные вещи могут просто пригодиться. Поэтому, если вдруг вы увидели что-то красивое, то одну-две можно взять впрок, это мой совет вам. А вот у меня вот такая и еще огромное количество других. Тоже вам рекомендую обращать на них внимание, потому что праздники в году случаются многократно. Эту я прям обожаю. Это, знаете, это как живопись, наверное, да, какая-то очень красивая, очень реалистичная. Просто обожаю. Стоит на полочке и очень радует глаз. Есть еще одна коробочка, скорее даже не коробочка, а шкатулочка. Помните, была такая коллекция красивая с пчелками? Вот я взяла себе тогда вот такую вот шкатулочку. И знаете, что я сейчас для себя обнаружила? Я совершенно забыла, что у меня в ней хранится. И мне недавно это было нужно. Вот, здесь у меня кольца для штор. Так вот, тоже очень рекомендую обращать внимание, когда такие вещи появляются. Потому что вот эта шкатулка, например, она деревянная. Соответственно, качество это очень хорошее. С ней тоже ничего не произошло, на ней нет никаких сколов, ничего. Вообще ровным счетом ничего. Вот, и стоила она... И стоила она какие-то сущие копейки. Но опять же, она большая, она вместительная, в ней можно очень много чего хранить.
поставили себе на туалетный столик, и там у вас, например, какие-то помады, я не знаю, какие-то крема, что-то еще. И вот, оно стоит красиво, у вас нет бардака, глазу приятно. Рекомендую, девочки, очень. Дальше снова кое-что о доме и декоре. Здесь у меня сразу два товара. Во-первых, это вот та самая красивая подставка в форме листика. Она деревянная, смотрите. Вот так выглядит, которые тоже продавались и были в разных. Вот я даже наклейку не убирала, представляете? Вот такая была коллекция, помните, совсем недавно. И эти листочки, эти подставочки были тоже в разных цветах. Почему они мне нравятся? Опять же, она максимально простая. Она в таком цвете, который подойдет абсолютно везде. И вот это, знаете, это тема для перфекционистов, для тех, кто любит порядок, и для творческих людей. Такие люди меня поймут, но, возможно, поймут далеко не все, зачем вообще столько всего в доме. Потому что, вот знаете как, у меня есть такой уголок, где хранятся вот подобные вещи различные для декора. И когда вдруг мне хочется что-то поменять, что-то сделать, что-то куда-то переложить, я смотрю в сторону этого своего уголка, выбираю для себя какой-то новый декор на сегодня или на какое-то ближайшее время, кое-что меняю в своем доме, и, соответственно, вместе с этим отчасти меняется мое настроение. Поэтому я люблю покупать такие мелкие штучки для декора дома и, в принципе, от себя могу вам советовать. Этот, например, подставка, наверное, да, очень классная, очень качественно выполнена, все что угодно можно в ней хранить, можно опять же поставить на туалетный столик, а можно на какую-то другую тумбу хранить здесь свои украшения, которые вы, например, снимаете вечером. Ну, это, знаете, такие мелочи, которые радуют. Потому что, знаете, есть выражение «дьявол кроется в деталях». Вот именно такие приятные детали, на которых останавливается периодически ваш глаз, они создают общее настроение. И, соответственно, я люблю такие штучки и могу посоветовать от себя. Следующее – это вот эти вот красивые шарики. Наверное, это что-то типа ротанга, да, тоже для декора. Вот я их покупала в таком красивом сером цвете, опять же, для фотографий, да, даже если не для фотографий. Вот, я просто поставлю их на вот этом, на вот этой подставочке где-то, и мне приятно. Вот, вот мне красиво. Отличный. И по качеству они замечательные, сделаны хорошо, и материал этот натуральный. Ну, в общем, да, тоже, девочки, можно отнести в качественные товары, в мой личный топ, который я могу вам советовать. Так, ехаем дальше. Тут обнаружилось, что я не все для кухни вам показала. За одной из коробочек спряталась классная вещь стоимостью за 3 копейки, которую я тоже хочу вам показать. В своих влогах я уже несколько раз ее показывала, но так как просмотры на влогах обычно ниже, чем вот у таких тематических видео фикс прайс, я решила продублировать ее вам, чтобы тот, кому вдруг эта информация нужна, ее все-таки увидел. Девочки, и на днях я тоже видела в фикс-прайсе, эти наборчики, они по-прежнему продаются. Это овощечистка, вот такая, она в наборе продавалась, вот здесь вот внутри как-то, там они одна в другую вставлены, еще точно такая же овощечистка, только вот эта вот штучка, нож, он с зубчиками, для того, чтобы, например, морковку вы берете, счищаете, ну типа, да, и у вас получаются такие, как корейская морковка, нарезка, образно говоря. Вот, но то я не пользовалась, буквально пару раз и выбросила, как-то мне не с руки было. А вот эта овощечистка, она, если честно, заменила мне дорогую овощечистку металлическую, которая была у меня до этого, но как-то тоже она мне поднадоела, я от нее избавилась и вот, приобрела себе вот эту. Она служит мне уже, ну вот не соврать бы, наверное, где-то с полгода, девочки. Ножи идеальные, порезаться ей никаким образом невозможно, она очень такая достаточно аккуратная, с пластиком тоже все хорошо. Ничего не произошло, ничего никуда не сломалось, не отвалилось, класс, и по-прежнему остается острый. Тоже стоило, по-моему, рублей 55, и по-прежнему где-то так и стоит. Если вы искали себе хорошую, острую и очень бюджетную овощечистку, вот, она ждет вас в фикс-прайсе. Теперь я хочу показать вам кое-что для ухода за своим телом. Эта вещь, вообще, мне кажется, останется еще на 3 поколения после меня, потому что она не собирается портиться абсолютно никак, девочки. Это вот эти вот, как это, пилка для ступней, наверное, да, пилка для пяточек. Это фирма Камелия, да, Камелия 62, натуральный продукт. Вот, с одной стороны у нее более грубый абразив, а с другой стороны чуть-чуть поменьше, уже более такой, знаете, шлифующий, и это все на деревянной ручке, которая, к слову, спустя
минимум полгода пребывания в моей ванной, вообще никак не испортилась. Она совершенно не облезла, не потрескалась, хотя она намокает, как вы понимаете, да? Девочки, идеальные пилки, просто великолепные. Они сейчас тоже есть в фикс-прайсе, и я от всей души вам рекомендую. В других магазинах или даже в той же самой аптеке эти пилки стоят в разы, не то чтобы на какое-то количество рублей, а прям в разы дороже. И, девочки, однозначно вам рекомендую, очень классная штука, спасет ваши пяточки, даже если им просто хана. И последнее, чем я хотела с вами поделиться, тем более в преддверии лета, и я все же тешу себя надеждой, что эти товары снова появятся. Если появятся, то, девочки, берем. Если вы хотя бы немножечко рукодельничаете, умеете вязать, то это вам очень понравится. Смотрите, я, например, планирую уже, вот я сейчас их достала и очень-очень хочу поскорее приступить. Девочки, была вот такая пряжа в фикс-прайсе, смотрите, от бренда Пихорка, и называлась она Summer Simple, пряжа для ручного вязания летняя. Здесь у нас, у меня, значит, бежевый меланж, и что здесь у нас по метражу, я сейчас, наверное, даже и не найду, сколько здесь. Здесь, значит, 60% хлопка, 40% полиэстера, 509 плюс-минус 30 метров, и стоимость была 77 рублей. Но я вам хочу сказать, что даже если в два раза вырастет цена на этот моточек, это все равно будет очень выгодно. Да, эта ниточка, она тоненькая, но она настолько приятная, она такая качественная. Я пробовала делать образец крючком из вот этой серой, и мне очень сильно понравилось, девочки. Вот на эту пряжу я вам откровенно рекомендую обратить свое внимание, если вдруг она появится, потому что это вот 100% входящая в мой личный топ покупочек пряжи из магазина FixPrice. А вообще в целом, мало и очень мало я встречала там хорошие пряжи. Была только, знаете, носочная, по-моему, деревенька, 100% шерсть. Вот она была крутая, тоже стоила рублей, по-моему, по 70. Мы ее покупали, и мама покупала, и я такая, знаете, пахнущая овечкой шерсть, но вот для каких-то теплых таких, знаете, вот прям теплых носков, как вязали наши бабушки, она была идеальна. И вот это. Остальная пряжа, которая мне там встречалась, это в основном 100% полиэстер, который от себя я советовать не буду. Мне он не нравится, он, ну, вообще никак мне не нравится. Поэтому нет, в мой топ, конечно, не входит. А вот это замечательная пряжа. Обязательно присмотритесь, если вдруг, будем надеяться, что она появится, если вдруг она еще появится в магазине, прям берите и пользуйтесь. Ну что же, все, мои милые девочки, на этом все. Это все, что я хотела показать вам сегодня. Я поняла, что таких видео, наверное, будет даже не одно, а значительно больше, потому как мне есть чем с вами поделиться уже спустя время, и это интересно вам, это интересно мне, так что да, подобным видео быть. Я благодарю вас за внимание, желаю вам всего самого-самого наилучшего. Встретимся в комментариях, как обычно. Люблю, целую. Пока-пока.